Привет, друзья! Итак, наступило время подвести итоги недели. Но прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто смотрит. Огромное спасибо тем, кто ставит лайки. И просто мега спасибо тем, кто пишет комментарии. Всегда очень интересно и приятно их читать. Как видите, я закончила иллюстрацию с морской звездой. Все полностью здесь сделано гуашью, гуашь Малевич. Мне очень понравился результат, получилось ярко, симпатично. Бумага не пошла волнами. Эту иллюстрацию я закончила 5 декабря. В самом начале недели, в понедельник. Какая из иллюстраций вам нравится больше, слева или справа? Мне, конечно, нравится больше звезда. Морской конек получился раскрашенный немножко по-детски. А книга у меня продолжает разваливаться, просто распадаться на атомы. Некоторые листы совсем выпали, но я думаю, уже когда закончу ее, тогда сделаю что-то, как-то ее склею, сошью. Сейчас покажу прогресс, который я сделала. Вот в этой иллюстрации тут у меня крабики. Это я раскрашивала блестящими гелевыми ручками краун. Здесь у меня набор из двух разных вариаций. Там есть ручки с блестками и просто металлические ручки. Вот получается так симпатичненько. Но это я раскрашиваю перед сном или когда что-то смотрю. Так ненавязчиво, просто как отдыхалочка. Также я решила сделать вот эту иллюстрацию «Морская звезда». Она у меня будет вся в розовых тонах. И тут я попробую необычный метод заполнения фона. Сейчас вы все увидите. Я использую гуашь Малевич, а также мне понадобятся палочки для ушей. Способ очень простой, но смотрится довольно интересно. По крайней мере, я надеюсь, что получится симпатично. И, конечно же, вы это все увидите. Я извиняюсь за не очень хорошее освещение. Дело в том, что я сейчас нахожусь в Ташкенте. Кто подписан на мой Инстаграм, они в курсе, что я жила в Москве. Сейчас какое-то время буду жить в Ташкенте. Соответственно, я не смогла взять с собой освещение. Ну и, в общем, еще кучу всего, кучу арт-материалов там оставила. Там, например, карандаши Бритфуна расстались, которые я, конечно, не могла тащить с собой, так как они очень много места занимают. А на улице рано темнеет, поэтому, чтобы снимать видео, приходится вот так вот просто ставить настольную лампу и снимать. Ну, надеюсь, вам все равно все видно, ну и тем более смысл понятен. Берем ватную палочку, макаем в гуашь и ставим точки. Получается необычно такой точечный метод. Обычной кисточкой тоже, конечно, можно так сделать, но такие ровные кружочки не получится. Соответственно, идеально для этого подходит ватная палочка. Итоговый результат со звездой я покажу чуть позже. А пока показываю иллюстрацию, которую я также успела закончить на этой неделе. На камеру я не снимала процесс,
Но могу сказать, что та розовая гуашь, которая осталась от раскрашивания звезды, я ее просто кисточкой намазюкала вот такими полосочками. Ну и получился тоже вариант неплохого фона. А саму основную иллюстрацию я раскрашивала линерами. Этот лист у меня почти отвалился, но ничего страшного. Возможно, к концу челленджа у меня вообще будут все отдельные листы, которые я потом буду сшивать. А вот не знаю, может, их стоит пронумеровать, чтобы потом ничего не перепуталось. Также показываю мой прогресс относительно крабиков, которых я раскрашиваю обычно перед сном. Вот такие блестящие, красивые крабики получаются. В принципе, я тут даже не парюсь, просто разноцветными ручками крашу. И еще я закончила иллюстрацию с розовой звездой. Сейчас покажу. Вот так получилось. Вокруг вот эти ракушки и узорчики я раскрасила линерами. Все в таких розовых тонах. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравилась такая идея раскрашивания фона или каких-то больших белых областей. Мне понравилось, было быстро, было несложно, ну и получилось интересно. Все такое розовое, я думаю, что морского конька слева я раскрашу в таком же стиле, только в других тонах. Ну, например, голубом или фиолетовым или еще каком-то. Ну, в общем, подумаю, но уже есть идеи. Так что эти две иллюстрации, я думаю, должны быть раскрашены в одном стиле. Сама же звезда у меня раскрашена карандашами и линерами. Ну, ничего особенного, я просто розовым карандашом ее покрасила и обвела контуры немного линером. Эту звезду вы уже видели, но еще раз покажу, чтобы подвести то, что на данный момент у меня готово 3 иллюстрации. Прошла половина недели. Я надеюсь, что я еще что-то раскрашу. По крайней мере, у меня есть планы. Ну, а вы увидите это совсем скоро. Вот еще одна иллюстрация, которую мне удалось раскрасить. Конечно, к Затерянному океану никакого отношения не имеет, но я решила в этом видео показывать общие итоги недели, вне зависимости от того, что я раскрашу. Показываю вам вообще все, что успела за неделю. Итак, это иллюстрация, это пчелиный домик, как вы видите, такой сказочный улей. Скачала иллюстрацию с интернета и распечатала на плотной бумаге для черчения. Раскрасила акварелью полностью. Здесь никаких других материалов нет, только акварель. Получилось очень красиво. Ну, мне самой очень понравилось. И я получила огромное удовольствие от раскрашивания. Вообще, эта иллюстрация из книги «Dreamlinks 2». Это иностранное издание, которое довольно сложно достать здесь. Поэтому я решила просто распечатать. А саму иллюстрацию я раскрасила к марафону Ольги Рани на тему двери. Итак, у меня появилась еще одна интересная идея для фона. Я беру простой карандаш и рисую волнообразные линии. Должно получиться что-то вроде витража, таких отдельных кусочков, которые я раскрашу разными цветами. Эти линии, которые я провела карандашом, я обвожу черной ручкой шариковой, за исключением тех мест, где карандаш попал на самих рыбок. Я обвожу только те места, которые касаются фона. Далее мы стираем простой карандаш ластиком, и все. В принципе, те линии, которые у нас останутся, которые я обвела ручкой черной, буду закрашивать цветными карандашами. Обязательно покажу. И
Итак, с ластиком я закончила. Беру карандаши. У меня есть карандаши Дервент здесь с собой. Я возьму несколько карандашей, все брать не буду. У меня тут синие, зеленые и желтые оттенки. Закрашиваю ограниченной ручкой области. Закрашиваю полностью одним определенным цветом, без каких-либо переходов. Ну, у меня идея в этом заключается. Единственное, что я переживаю, что у меня слишком мало цветов. Из этой ситуации я нашла следующий выход. Я не слишком сильно давя на карандаш, закрашиваю область, например, темно-синим, а сверху блендерю светлым карандашом. У меня есть для этих целей белый карандаш и светло-голубой. И получается какой-то такой промежуточный цвет, вроде дополнительного. Таким образом, помимо синего, зеленого и желтого, у меня появились еще светло-синий, светло-зеленый и светло-желтый цвета. Показываю итоговый результат. Как видите, получилось довольно симпатично. Такой фон вроде витражного стекла или просто какой-то такой абстракции. Еще напоминает произведение декоративно-прикладного искусства. Ну, мне так кажется. И плюс тут цвета ограниченные, то есть синий, зеленый, желтый. Просто они в разных оттенках. Я думаю, если рыбок раскрасить такими контрастными цветами, типа красный, розовый, может быть, даже фиолетовый, то получится очень даже симпатично. Рыбок я буду раскрашивать линерами. Так что я довольна тем, что получилось. Обязательно попробуйте. Напишите в комментариях, интересная ли эта идея, пробовали бы вы уже так раскрашивать фоны, или это ничего особенного вас не удивило. Буду ждать от вас обратной связи. Мне очень интересно. Ну и, наконец, видео я оставила самое интересное. Это будет новый для меня метод, по крайней мере, раскрашивания фона с помощью гуаши. Я возьму гуашь Малевич. У меня есть несколько цветов, оставшихся от старого набора, а также новый набор гуаши. И еще я возьму вот такую металлическую губку для мытья посуды. Сама не знаю, что из этого получится, пробую впервые, поэтому поддержите лайками. Ну, и если у меня получится, тогда пробуйте вместе со мной. Я думаю, будет, по крайней мере, очень интересно. Changing in the soul of parent caught a cold white rabbit's foot home. Вот я нанесла гуашь точечно, разные цвета, и теперь пришло время для губки. Посмотрим вместе, что у меня получится. Прикладываю губку, не мазюкаю ей, а именно стараюсь такими вбивающими движениями работать, чтобы гуашь попадала и, соответственно, превращалась в такой точечный фон, вроде как, даже не знаю, как описать. Ну, в общем, вы и так все видите. В этом методе я вообще не использую воду. Насколько сама по себе гуашь имеет жидкую текстуру, настолько и получается у меня ее размазывать, так сказать, разносить по бумаге, чтобы получился такой необычный фон. По факту, конечно, это похоже на мой метод работы с обычной губкой для посуды, мягкой, но разница все-таки есть. Когда использую металлическую губку, получается такой более точечный фон.
такие мелкие-мелкие точечки, получается что-то вроде песка или какой-то грануляции, в общем, что-то такое. Сбоку на черновике я размазала гуашь губкой, и знаете, получился очень интересный эффект. Я думаю, стоит испробовать его в одном из следующих фонов, но это уже в следующем видео. What a way to start the day. Have you seen it on the space? I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be. Cause everybody around me's feeling sorry for themselves. Ну все, фон практически готов. Как вам? Мне понравилось. Довольно-таки интересно получилось. Основную часть иллюстрации я уже закончу в следующем видео и покажу вам. Ну, вот такие у меня итоги недели. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Мне будет очень приятно. А с вами я прощаюсь до следующей недели. Подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами очень скоро. Пока!